Обратный реверс выполняем с подшагом на 45 градусов. В сторону выводим руки точно так же, как и в других реверсах, убирая локоть дальше в сторону и сохраняя его направленным вниз. Вот, при этом описываем полукруг и приходим режущей кромкой перпендикулярно на вооруженную руку, совершая сильное рубящее движение. Динамики. Обратный реверс на вооруженном противнике выглядит таким образом.